Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы на выставке Интерагромаш 2022, где представим вам бороны, ротационные мотыги, дисковые орудия, а также запчасти для сельскохозяйственной техники. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Маржак Олег. Я инженер-конструктор компании СКР. И сегодня на выставке Интерагромаш 2022 мы представляем нашу ротационную борону Карбон М6000С. Это складная борона, которая агрегатируется с тракторами МТЗ-8082. Наша борона, которая представлена здесь на выставке, на сегодняшний день является уникальной тем, что она является необслуживаемым орудием. Таким образом, вы можете, агрегатировав ее с трактором, заниматься обработкой земли весь сезон и в конце сезона просто ее отцепить. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания СКР вошла в новый 2022 год с новыми технологиями. Теперь у нас рабочая стойка идет с проворотом без использования кронштейна. Рабочий узел непосредственно состоит из пружинной стойки, рабочего органного диска и подшипникового узла. Как вы видите, у меня заходит сюда кулак. Это говорит о том, что здесь громадная пропускная способность. Не будет задерживаться ни сырая земля, не будет задерживаться подшипниковые остатки в большой массе. Еще мы видим здесь, что у нас разница между задним рядом и передним довольно большая ширина прохода. Это говорит о том, что мы можем позволить своей машине работать опять же в более сырых и влажных условиях. В чем плюс еще нашей стойки 9714? Она является отбойником. То есть, когда факел выходит с переднего ряда с под диска, он ударяется непосредственно в стойку, она его придерживает, ограничивает, падает, и потом вторым рядом его уже перемалывает, перерубывает. Наши машины в априори идут уже с дисками, с твердосплавной наплавкой, гранит, которые в разы повышают ресурсную стойкость к стиранию. Также применяю непосредственно упоры с пластинами скольжения. Крыло, когда будет изгибаться, будет пытаться куда-то либо уйти в связи с сопротивлением почвы, будет упираться в пластину скольжения. Пластина скольжения не даст возможности вырвать крыло, либо погнуть его, завернуть и так далее. Вы можете работать как в режиме плавающем, то есть при помощи этих пальцев у вас крыло будет копировать полностью почву. Во втором режиме, опять же при помощи пальцев, когда вы ставите их на место, вы блокируете крыло, и у вас вся машина работает одним целым. Также, что касаемо непосредственно производства наших пальцев, мы не изменяем себе и производим их только из высококачественного материала, таких марок, как 40H, которые проходят термообработку и имеют твердость 45 единиц. Данные пластиковые уплотнения мы применяем для того, чтобы уменьшить трение деталей, а непосредственно поводков для катков между регулировочными пластинами заглубления. Наши инженеры разработали и внедрили гидрораспределительную коробку. Она является коробкой распределения от центральной гидросистемы трактора непосредственно на гидроцилиндры тележки. Также она стоит непосредственно на работу крыльев. На своих катках мы используем дополнительную защиту для подшипникового узла с обратным конусом. В силу особенностей нашей стойки, она является эксклюзивом на таких машинах, как дискатор, со своими громадными преимуществами. Мы – команда СКР. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки,
пишите комментарии. До новых встреч!